Добрый день! Сегодня в своем видео я хотела рассказать, каким образом нужно поставить ребенка на очередь в детский сад и как это делала я. Если вы ведете своего ребенка в государственный садик, то это нужно делать намного быстрее. Как только ребенок родился, вы получили все необходимые документы, это надо и делать. Особенно в тех районах, которые густонаселенные и нехватка садов, и тем более, если вы хотите пойти в сад, который пользуется очень хорошей репутацией и очень большим спросом в вашем районе. Поэтому, как только рождается ребенок, вас выписывают с роддома, вы его регистрируете, получаете свидетельство о рождении, берете свой паспорт и едете в орган, который ставит вас на очередь в детский сад. Пишите там заявление и указываете, в каком возрасте вы поведете своего ребенка в сад. С 2 до 3 или с 3 до 4 или в другом возрасте. Если вы уверены, что вы с 3 до 4 поведете, указывайте этот промежуток времени. Но мой вам совет указать раньше, с 2 до 3. Они будут ориентироваться на вас заранее, всякие жизненные ситуации бывают, и лучше вам позвонят и спросят, уточняют информацию, пойдете ли вы с 2 до 3, и вы можете перенести этот срок на следующий год, нежели если вы захотите пойти, а у вас указан возраст с 3 до 4, и вы не будете попадать в эти списки, тогда будет уже для вас маленькая проблема. Во-вторых, в заявлениях, как раньше у меня было, указываете вами желаемый сад, номер сада. То есть изучите тот сад, в который бы вы хотели попасть, и указать его номер. То есть вас будут ориентировочно уже готовить именно в списке для этого сада. Еще один маленький момент. Так как у меня двое детей, старшего ребенка я отдавала в возрасте с 3 до 4, у меня не возникло проблем с садом, то есть в любой сад, в который я хотела попасть, я попадала. Когда ребенка отдавала с 2 до 3, вот тут уже самый больший наплыв, потому что у многих по одному ребенка, или многие хоть и вторым ребенком в декрете все равно хотят ребенка отдать с 2 до 3 лет в возрасте. Здесь очень большой поток, и выбор сада очень маленький. То есть бывает, что вы хотите в этот сад, но вы в него не попадаете. Поэтому здесь надо быть более внимательным, рассудительным и, скажем так, не откладывать все на потом, потому что с садами, я знаю даже многих людей, которые возят детей в сад, там 2-3 остановки от дома, потому что которые возле дома сад, они не попали, вовремя не стали или в силу каких-то других моментов у них это не получилось сделать. Так что мой вам совет — с этим вопросом не оттягивать. Коммерческие сады, конечно, все намного проще. Там платишь деньги, там своя система, свои списки, поэтому как бы здесь немножко попроще. Вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать по поводу постановки на очередь в сад. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.